Сегодня в горадминистрации состоялось торжественное подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Харциска и некоторыми предприятиями города. Договор подписали представители Зугрэской птицефабрики, Харцисского кабельного завода «Энерго», колбасной фабрики «Артемида» и транспортного предприятия «Колер». Это хорошее начинание в плане развития нашего города. Это партнерские отношения. Это подразумевает и развитие социальной сферы, и в то же время развитие экономики нашего города. То есть, соответственно, развитие наших предприятий, каждого из наших предприятий. Мы будем прилагать совместные усилия для увеличения объема производств, открытия новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры нашей. Все, что касается всего большого нашего города, всех наших проблем, мы их будем теперь решать совместно. Александр Левченко подчеркнул, что договор предусматривает именно партнерские отношения, благодаря которым многие проблемы проще будет решать вместе. Подписанное соглашение о сотрудничестве – это первый шаг администрации и предпринимателей на пути решения текущих вопросов жизни города и развития бизнеса. По словам Александра Левченко, Харциск стал первым городом в Донецкой Народной Республике, где решено наладить диалог с предприятиями в формате партнерских отношений. Кстати, предприниматели поддержали инициативу администрации. Предприятие «Харцисский кабельный завод «Энерго». Предприятие находится в городе Харциске. Существуем мы больше 15 лет, выпускаем продукцию. Рады таким встречам, готовы сотрудничать, так как все мы живем в городе. Естественно, его надо развивать, помогать. Ну, это первая встреча. Надеемся, будут какие-то плоды. И рады сотрудничать, рады, что нас пригласили. Мы со своей стороны будем способствовать развитию города. На следующей неделе планируется еще несколько встреч и заключение двухсторонних договоров о партнерских отношениях администрации города с другими предприятиями Большого Харциска.